Хотели бы увидеть живого мамонта? А что, если я вам скажу, что их можно воскресить? Теоретически, клонирование может вернуть вымершие виды животных к жизни. Идея проста. Мы берем яйцеклетку азиатского слона, удаляем в ней ДНК этого самого слона. Затем мы берем, выделяем ДНК из замерзшего мамонта и переносим в эту яйцеклетку. И все это мы подсаживаем обратно в азиатского слона. Проблема в том, что целое ДНК невозможно найти. Оно распадается на фрагменты со временем. Но существует на сегодняшний день технология CRISPR, которая позволяет собрать обратно это ДНК. Современные ученые над этим сегодня работают. Поэтому кто его знает? Возможно, скоро мы с вами увидим мамонтов.